«Самый» и «Первый» — вот слова, которые наиболее точно характеризуют историю этого коллектива. «Самый» — северный филиал, созданный в числе первых в структуре компании «Газпром Трансгаз Томск», работающий на самых первых километрах первого в истории Юго-Западной Сибири магистрального газопровода «Нижний Вартовск — Парабель — Кузбасс», отмечает в этом году свое 40-летие. Немного на карте России мест, куда дороги просто нет. Вертикос – одно из них. И именно здесь расположена одна из промплощадок Александровского филиала компании «Газпром Трансгаз Томск». Сухопутный путь сюда есть лишь зимой. Все остальное время – только по ОБИП. Работа в условиях, когда с трех сторон на сотни километров тебя окружает тайга, и самое большое болото в мире – Васюганское – имеет свою специфику. Зимний период – это самый напряженный период. Тогда, когда у нас замерзают болота, появляются там зимники, и тогда, когда мы со строительной техникой можем добраться вот до удаленных мест. За 40 лет коллектив прошел через несколько эпох в своем развитии. От экономического кризиса 90-х до реализации инвестиционных проектов 2000-х. От решения проблем с эксплуатацией газопровода в 70-х до масштабного капитального ремонта линейной части и комплексной реконструкции компрессорных станций в 2013-2014 годах. Последняя проходила при активном участии Владислава Бородина, тогда директора Александровского линейного производственного управления магистральных газопроводов, а сегодня руководителя компании «Газпром Трансгаз Томск». Для этих достижений потребовался прежде всего самоотверженный труд. Особенно, когда проводишь огневые работы, работаешь сутками, любой мороз, любую погоду беспрерывно, потому что нужно запустить газопровод в определенные сроки и очень в ограниченное время. Сегодня Александровское ЛПО обеспечивает работу магистрального газопровода общей протяженностью более 600 километров. Как и эксплуатация двух компрессорных и 6 газораспределительных станций. Это стало возможным благодаря главному ресурсу предприятия – его работникам, чье трудолюбие, профессионализм и ответственное отношение к делу на протяжении десятков лет позволяет решать сложные задачи. 8 пятилеток успеха позади. Впереди новые горизонты и ежедневный кропотливый труд на благо сибиряков и всей страны.